Анна Седокова, которая в настоящее время отдыхает с детьми в Турции, обратилась к поклонникам. На этот шаг 36-летняя певица пошла после того, как один из туристов опубликовал фотографию, на которой спиной стоит девушка в таком же купальнике, как Анна Седокова. У героини снимка отчетливо виден целлюлит. На майские праздники Анна Седокова позволила себе хоть немного отдохнуть от плотного гастрольного графика. Вместе с тремя детьми она отправилась в солнечную Турцию. Стоит отметить, что впервые за долгое время артистка увиделась с младшей дочерью, 7-летней Моникой. Девочка живет в Америке вместе с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Анна и ее наследники остановились в одном из фешенебельных отелей. Самый скромный номер, в котором обходится в 30 тысяч рублей в сутки. Седокова не стесняется делиться откровенными снимками и демонстрировать соблазнительную фигуру в бикини. На одном из фото звезда лежит на шезлонге в ярко-красном купальнике. Певица приняла позу, которая выгодно подчеркивала все изгибы ее фигуры. Артистка решила высказаться и расставить все точки над «и» касательно своего целлюлита. Она выступила с заявлением, разместив в сторис обращение к поклонникам. Друзья, давайте мы завершим этот разговор. Я отдыхаю. Появились фотографии, когда я отдыхаю с детьми, и вот тут кто-то сзади меня фотографирует, еще что-то делает. Друзья, я выгляжу вот так вот. Вот этот вид спереди. Вот вид у меня сзади. Там у меня бирка, да, есть. Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, я некрасивенькая. Пожалуйста, люди, ну как можно, Ну вот, я же не претендую на звание супер-мега-красавицы, не борюсь за него. Я вот такая, какая я есть. Вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять. Пожалуйста, можно меня не фотографировать сзади, потому что когда вы спереди тайно, вот какая есть, такая есть. Можно я дальше буду отдыхать с детьми? Давайте еще раз. Меня зовут Анна Седокова, мне 36 лет, у меня трое детей. Я их очень люблю и хочу с ними отдыхать, беситься у бассейна. И еще я люблю свое тело, такое, какое оно у меня есть. И я похожа на... Ой, кто-то пришел. В общем, я не буду стесняться каких-то куриц или кур, которые меня фотографируют сзади. И вам не советую. Целую. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!